Короче, посмотрим, хватит ли Вадима на мою тренировку. Посмотрим. Это мой, ты ничего не спутал? 320. Ни хрена себе. Ого. Потому что я знаю, что если этот орк придет ко мне на тренировку, ГЗТ, АС, гормон роста. Два. Хорош. Нормальные ребята такое говорить не могут. И не будут. Они просто понимают. Это мы сейчас замерили лактат, молочная кислота. Молочная кислота распадается в мышцах на лактат, натрий и калий, ионы водорода. И вот они дают памп. Ионы водорода проходят в мышечную клетку, тянут за собой воду. И вот этот знаменитый памп, про который писал Арнольд, что это практически как секс, это вот зависит от лактата. Сейчас меряем базовый уровень и потом померяем, какой лактат у Андрея после, чтобы понять уровень закисления. 3,8. Это как? Так, высокий. Высокий? Должен быть 0,5, 2,2. Ну, вчера тренировка была просто. Он должен вымываться, но от часа до суток. До суток. Ну, до вот суток. Я вчера тренировался. Чуть позже даже этого времени. Ты кардио делаешь? Кардио... Ну, вчера не делал. Я сейчас просто пешие прогулки. У меня сейчас подсократилось количество кардио. До этого я делал. То есть сейчас вообще кардио не делаешь? Да, ну, то есть у меня организм очень быстро реагирует на диету. И сейчас, так скажем, впереди плана иду, и поэтому кардио подсократили. Но я понимаю, что нужно кардио, чтобы вывести его побыстрее. Обязательно. Вообще кардио на сердце нужно. Да, не, самое... я делаю на постоянной основе, просто сейчас на данный период чуть-чуть снизили. Так оно и есть, у меня 30 минут в дни отдыха тренировок. В неделю у тебя кардио сколько получается? 1,5 часа. Ну, это хорошо. А вес какой у тебя сейчас? 108-109. А соревновательный будет? Я думаю, что сотня будет. Сотня? Ну, 199. Ел перед тренером? Да, конечно, ел. Много? Углеводы? 250 грамм макарон и 200 грамм куриного филе. 250 грамм макарон. Вот могут, может быть из-за этого лактат высокий. И филе сколько? 200 грамм. Угу. Он ну, тоже такой стандартный прием пищи. Он может тоже поднимать. Ну, я стараюсь просто перед силовой минимум 2 приема пищи сделать. Понял. Чтобы памп хороший был. 95-106 нормально. Ну, кровь все хорошо. 5,7, слушай. Хорошо. Ну, отлично. Глюкоза отличная. Несмотря на то, что ты 250 грамм углей засадил перед этим. А ты инсулин сейчас не делаешь? Сейчас, сейчас сушка у меня идет. Погнали. Так, ладно, сегодня план такой. Тренировку ног сделаем. Смотри. У вас нет никаких грыж там еще у что-то? У меня полная замена тазобедренного сустава. Коксартроз левого сустава. И поэтому ноги я берегу. Не тренируете? Не, я их тренирую, но только на лесенках и на беговых. А ладно. Вот с приседаниями я просто усугублю разрушение. Приседать мы не будем, а что ты жать ну, давай попробуем. Сгибание, разгибание. Ни разу ничего не делал. Ну просто будем аккуратно с весами. Короче, посмотрим, хватит ли Вадима на мою тренировку. А ты предлагаешь сегодня пилить ноги? Ну, смотрите, у меня просто вчера спина-грудь была. Вот, сейчас я не могу ни тренировать ни дельты, ни руки. Понял. Потому что у меня сейчас, ну, как бы нужно восстановить это все. Сегодня пилим ноги, сейчас разминаемся и делаем сгибание-разгибание. По-чемпионски, короче, работаем. А у тебя сколько тренировка длится? Ну, ноги так, продолжительные. Продолжительные? Да. Ну, сколько? 2-3 часа? 2,5 примерно. 2,5 – это круто. А вверх сколько? 2. И каждый день? Дельты 1,5. И каждый день? Нет. Сейчас 2 на 1. Так как вы приехали, сделаем исключение, сделаем 3 на 1.
за исключение. Да, старайтесь полностью полежать. Ну, значит, не так неплохо выглядите. В смысле? Ну, для своего возраста вы офигенно выглядите. То есть я обычно вижу уже, ну, таких уже мужичков прям очень уставших. Слушай, мой трен не выдерживает КМС по забегу по лестницам с утяжелителями мастера спорта. Я херачу с 20 килограммами. 2,5-3 часа. Я хотел взять утяжелители. Алла сказала, не бери. Тебя там Андрей укокошит, а ты еще будешь с утяжелителями. У тебя судороги бывают? Бывают. На фоне плена. А на припренах нет? Нет. Вот именно клен он очень сильно обезваживает, и бывает, как схватит мышцу. А ты как снимаешь? Магний очень пьем побольше. У меня, кстати, магний то довольно-таки ближе к низу в границе. Я просто очень много потею, на самом деле. А электролиты не пьешь? Ну вот. Калий, магний, натрий, чтобы все замешано было. Магнерол пью и калий. Магнерол. И арарат. Это разминка? Да. Друзья, вот это упражнение делаю, ну так вот, с профессионалами второй раз. Первое с Сашей Федоровым и сейчас с Андреем. Очень любопытные подходы. Саня такой философ, любит пофилософствовать, что очень важно, конечно. Расставить акценты и так далее. Андрей практически в полтора раза моложе. Меньше говорит. Ну да, но оба профессионалы. И, конечно, мне интересен в этом плане бодибилдинг. Но кто не бредил Арни, там это понятно. Хотя я никогда не тренировался, но вот эта тяга вдруг появилась после 60. Неудержимая просто. Так, по весам надо контролировать. Вам, наверное, 45. Это прям рабочий вес будет. Вот это рабочий? Нет, это мой рабочий. Ваш 45 будет. Угу. А на сколько надо? 15 повторений. Это разминка тоже или нет? Или уже работает? У вас рабочий. Делаем до полного закисления, до жжения. То есть 15. Если не ощутили до 15, значит еще побольше делаем. Чтобы прям хорошо нагнать воды и крови. Ноги нужно опускать или чуть-чуть придерживать на весу? Нет. В нижней точке? Ну, негативная фаза медленно. Угу. Полностью растягиваем, полностью сокращаем. Угу. Угу, хорошо. Угу. Хорошо, отдыхаем. Я же маньяк. 25. Главное не перестараться. Видите, я свой организм знаю. Я могу, знаю, где предел, где нет. Ваш организм я не знаю, поэтому давайте, ну, аккуратно будем подходить к этому вопросу. Тем более с вашими особенностями. Особенности – это замена правого тазобедренного сустава полностью и коксартроз левого. И тем не менее я тренируюсь и дам фору еще. Фух. Квадрицепсы мощнейшие. У тебя еще структура коленного сустава очень правильно. Не уходит коленная чашечка вправо-влево. Угу. Генетически это очень круто. Так, усложняем задачу. У меня был первый рабочий подход. У вас сейчас второй начнется. Делаем суперсетти сгибания-разгибания. Это... Сначала разгибание на квадрицепс, потом на бицепс бедра. Ложимся и сделаем сгибание. Угу. А какой перерыв по кругу? Между ними нет перерыва. Перерыв только, когда мы закончили цикл, то есть сгибание, разгибание, отдых. Сейчас вы там начинаете, потом сюда переходите и меняемся, чтобы времени не терять много. И еще вот по кругу все время 4 по кругу? 4 подхода, да. Без отдыха? Только сгибание, разгибание, примерно 45 секунд отдых и снова. Угу. Ну да, уже чувствую.
Ну, с учетом того, что Александр ноги пили, ой, Андрей пили два часа, это, конечно, не слабо. Хорошо, пульс 130, но в красную не ушел. Вот что значит ноги тренированы. Я иногда хвастаюсь, когда тренируюсь. Ну блин, ребята, такой характер. Ничего с этим сделать не могу. Только по одной причине, просто прет. А эндорфины выделяются, эмоции очень трудно сдержать. А эндорфины у меня хлещут в течение всего тренинга, только по возрастающей. И под конец вообще там зашкаливает просто. А если правильная музыка, то вообще. У вас не закончен подход. Это я заболтался. О, это мой, ты ничего не спутал? Нет, это не ваш. У вас 30-ка. А было 75? Не, было 60. Нет, легко. Вот с 10-го начинаю чувствовать. Ну как, идет закисление? Отлично. Идет, да. Еще бы. Еще раз повторю, дыхание перед тем, как ноги поднимаются, нужно вдохнуть. И потом выдыхаешь, и где-то на половине, чуть ниже, две трети, еще раз. Таз не отрываем. Ого! Осторожно. Ух! Вот это забивка. Вот с 10-ки опять начинаю чувствовать. По 15 все. Некоторые, когда Андрей не видит, делаю 17-20, чтобы уханькать ноги. Тут некоторые говорят: дед, завязывай и все прочее. Я сделаю любого, кто это говорит. С форой причем. Нормальные ребята такое говорить не могут и не будут. Они просто понимают, что это титанический труд. Надо правильно тренироваться, есть, спать, еще умудряться работать, когда это не основная работа. Ну да. И держать форму все время высокое, что ты себе не скажешь, что там я себя сегодня плохо чувствую и не пойду тренироваться. Один раз поблажку дал, и все скатывается. Я даю отдых себе только когда болею, когда ОРЗ. Тогда, чтобы не было миокардита, нужно давать паузы 3-4-5 дней. И то я выхожу на улицу, делаю суставную гимнастику
и ноги качая, это обязательно. Даже если есть температура, легкую такую, поверхностную, на фоне миксидола и рибоксина. Пьешь? Да, ну, когда период больших нагрузок. Да, это вот... На начальной стадии, когда после отдыха выхожу, начинаю пить, потом прекращаю прием, и потом, когда уже прогрессия идет хорошая, объем растет на тренировке, интенсивность, тогда, чтобы помочь немножко себе, принимаю. Ну, я прям чувствую очень сильно их. Чувствуешь? Да, я прям... Одышка сразу уходит. Дышишь, ну, мышцы кислородом снабжаются намного лучше. Аратат пьешь тоже? Да. Вот, ребята, миксидол, рибоксин, аратат. Многие спрашивают, только аратат нужно, когда загрузился едой. Так, сейчас идем на жим. Ногами. Да. Хаммер это? Ну, нет. Платформа. Платформа. На квадрицепс. Квадрицепс. Так, постановка узкая и невысокая, посередине примерно. Тоже важно, ягодицы и спина полностью прижаты. 80 плюс платформа, ну сотни. 80? Ну сотни где-то с платформой. Сотни? Да. Мой вес 79. 79, 80, сейчас 79. И рост 182. Без фалангизма только. Сюда узкая постановка, невысоко. Опс, мой любимый Федоров говорит, да, у тебя мышц нету. Сейчас проверим ваш вес для начала. Погнали. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, стоп. Вам надо таз только пониже опускать. Вы когда опускаете, у вас таз отрывается в силу из-за того, что вы его вниз не спустили. Не понял. Когда на зажим ставлю или что? Нет, когда вы уже работаете здесь, так. Опускаете на себя платформу. Так. У вас таз отрывается, потому что вы не до конца вниз спустились. Таз должен быть прижат к этой спинке тоже. А у вас он отрывается так чуть-чуть. Так я если... Подожди. Вот, вот, полностью вниз спускаетесь. А вы вот чуть-чуть... Так? Да. А вот сюда? Да, да, да. А да, не да. Вот тут да. Висит? Да, А-а-а. Да. Это ты сейчас еще проверял? Как у вас тазобедренные суставы работают? И что? Нормально вроде все. Ну как бы, больше веса не надо. Слушай, ну классная нагрузка, приятная. Я как-то не ожидал, что на ногах будет такой же кайф, как, допустим, сначала ты делаешь суставную с утяжелителями, потом ноги качаешь приседаниями, потом воркауты, потом беговые. Вот максимум у меня идет на беговых, на лестницах. А здесь тоже. Ну, потому что большие мышечные группы и гормональный всплеск, он мощный. Сейчас вот если померить тестостерон, гормон роста и ФР1, соматомедин, они должны все подскочить. Ну и закисление, соответственно. Интересно посмотреть, какой лактат будет у нас в конце. На лактат с закислением можно регулировать уровень гормонов, что я и делаю. С эпикандилитом и с остеоартрозом плечевых я справился высоким закислением через лактат. Идет выброс гормона роста до 9. Среднее значение 1,2 до 9. А он, гормон роста, воздействует на хондроциты. Пролиферация хондроцитов, соответственно, межклеточного матрикса, и идет заживление. Полтора года я мучился с эпикандилитом и с остеоартрозом, но все равно упорно пилил. И как только научился поднимать ГР и соматомедин, через полтора года все боли исчезли вообще. Вообще как класс. Так что вот, это значит, друзья мои, и есть научный подход. Сейчас самое главное освоить такие базовые упражнения, чтобы зимой не... Ну, зима, надо ходить, конечно, в клуб. 2-3 месяца качаться в клубе, потому что я обратил внимание, что зимой, когда тренируешься на улице, воркауты и все прочее,
вот эти все дыхательные упражнения, суставные, ты все равно идет раздражение бронхов и чаще уходишь в простудные заболевания. Особенно, когда минус 11. В Сибири как-то это не чувствуешь, а вот здесь, в Москве, влажный, высокая влажность, и мороз, он не есть хорошо для бронхов и легких. Поэтому надо все-таки в зале 2-3 месяца работать. 3-2. Такой, если можешь не сидеть, не сиди, ходи медленно, но ходи. Почему? Улучшается кровообращение, и ты просто лактат через печень быстрее выгоняешь. Печень, сердце, лактат любит, и у тебя меньше памп. И ты готов лучше трениться. А вот после трена, когда все закончил, классики типа Зацворского, наши, Волкова, известные наши советские ребята, говорили, в лактате надо повариться. Не сразу на беговую, чтобы снять, а чуть-чуть повариться. Тогда метаболический стресс, лактат плюс механический, максимально нагружает мышечную ткань. И саркоплазматическая гипертрофия, и миофибриллярная. Но если вдруг не в моготу, вот хреново себя чувствуешь, это может быть на высокий лактат. Сидеть ни в коем случае нельзя. Немножко просто по залу походишь, и он выгоняется, утилизируется. Тридцаточку. Берем. Так. Двумя руками сразу. Два шага назад, прогиб поясницы, таз назад. И отводим. Отводим таз и опускаем спину ровной. Не подседаем, Это уже основная пошла. Вот до сюда? Да. До колен? Нет, на уровне голеностопа, только нужно таз отводить. Не подседать, посмотрите на меня. Не подседать, а именно просто, как будто вы сесть на стул хотите. Раз. Не подседаем, колени полусогнутом положении, постоянно. Раз, просто таз назад, вперед, И спину прямо держим. Во-во-во-во. Должна задняя растягиваться. Отводим таз. Не подседаем. Раз. Ровнее спину держим. Сильнее таз отводим. Сильнее. Назад. Вперед. Еще раз. Назад. Вот. Ты когда ходишь, у тебя лучше сердце работает, прокачивает. Если тяжелая нагрузка, тебе кажется, сейчас постою, и лучше. А у тебя давление подскакивает, ЧСС подскакивает, ты резко останавливаешься, и сердцу значительно тяжелее перекачивать кровь, чем ты будешь просто там ходить. То есть она не так сильнее циркулирует просто. Не так, да, да. Oh.
два. Хорош, хорош, хорош. Хорошо. Колени полностью не разгибайте. Понял. 139. Ого! Аж повело. Такое легкое состояние, как встаешь из приседа этого, как на палубе. Качает 3-4 секунды. Таз назад, не подседаем. Просто отводим таз. Вот. Надо, да? Да. Все хорошо. Сразу скажу, что такие тренировки в таком возрасте подойдут не всем. Человек просто крайне тренированный, уровень подготовки высокий, поэтому в принципе тот объем, который я выполняю, то есть у нас сегодня на ноги порядка 8-9 упражнений, но веса разные по понятным причинам, да, все понимают. Вот, поэтому, если бы пришел человек ко мне на тренировку такого же возраста, но этот стаж тренировочный и вообще уровень подготовки был бы другой, конечно, бы тренировки не были бы такие же, поэтому это важно учитывать, а то у нас много экспертов скажут, что вы тренируетесь по моей программе, а я готовлюсь на Олимпию, скажут, куда такой... объем нагрузки и так далее. Я просто сказал о том, что у вас уровень подготовки высокий, вы тренируетесь там по 4-5 часов в день, у вас есть выносливость, просто конкретно ноги, вы особо ими сильно не занимались. Ну только да, беговые. Да, но уровень подготовки позволяет нам сейчас осуществлять по количеству упражнений, но интенсивность и веса разные. Жалко, что ты не сможешь со мной запилить мои беговые. Вы приезжайте после Олимпии как-нибудь, может быть. Ну, это сразу, ты чё? Я первый приеду. А у тебя сколько осталось до Олимпии? 3 месяца. 3 месяца? Это она у тебя будет когда? 3 ноября. 3 ноября? Ну, мне в Штатах надо быть уже за 2 недели. Ну, визу все сделал? Да. В Лас-Вегасе будет? В Орландо. В Орландо? Сколько там чела в твоей группе будет? 32-33. Хрена себе. Ну, это в 2 раза меньше, чем в прошлом. В прошлом году 65 было. Ну, наверное, зато будут все такие. Там самое. Самое-самое. Да. Слушай, а что мне Федоров говорит, что у меня мышцы нет? Нормально. По сравнению, Алла мне говорит, что ты паришься, по сравнению с Саней у тебя мышц нет. А так ничего. Он мне это сказал, мне это заело. Во-первых, у вас как бы возраст разный, и у вас немножко акцент по тренировочному процессу другой. Вы же работаете-то не на гипертрофии мышечной массы. Это у меня была цель поставить с 35 до 40. Я с 80 до 85 прибавил за 1,5 месяца, и бицепс распампил за 1,5 месяца до 40. Успокоился. Начал опять долбить выносливое, и все слилось. Все. Причем фотография есть шикарная, на мой взгляд, и со спины, и все прочее. Да, надо много есть. То есть вы без пробегания? Да, вообще без ничего. Я совсем ничего не пью. Ну, это уже второй фактор, почему у вас разница весь. Да, это Александр Федоров, у него генетика пипец. Понимаешь, с возрастом, ребята, запомните, с возрастом мне говорят, вот, Вадим, переходи на серую, ГЗТ, АЭСы, гормон роста, и там посмотрим, что из тебя будет. Всем любопытно. Ребята, с возрастом гиперплазия предстательной железы, запомните это. И любые там ГЗТ неправильно, и тем более АЭС, аденома и
высока вероятность рака. Ну и кому это надо? Это по молодости можно все это дело делать совершенно спокойно. Если бы у меня сейчас было бы сороковник, я бы обязательно попробовал. Сильно, сильно впечатляет это все. Здесь вот на этих беговых дорожках я пилил. Угу. Было 10 юношек молодых. Сказал 10 каждому по 1000, если вы держите в течение полутора часов темп на лестницах. И самому лучшему идем в самый крутой ресторан Оренбурга, угощаю. Никто не согласился. Посмотрели, как я ношусь, и сказали нет. Не сегодня, да? Не сегодня. Вот. Я восстанавливаюсь молниеносно практически. Вот знаешь, такой плюс есть громадный. Более того, вот сейчас мы позанимаемся, не в обиду будет сказано, через 2 часа я пойду делать суставную полностью воркаут на закисление 20 минут, 15 упражнений, каждое на закисление на максимум. И потом пойду еще беговую. Ну, такое не всем подходит, это только ваш организм. Так. Ну да. Это все очень индивидуально. Согласен. Если бы не тазобедренные, оба. Таз не отрываем. Ниже. Без рывков. Да он не пускает. Без рывков. Колени полностью не разгибаем. Хорош. Сейчас. Без рывков. Хорош. Хорош, 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 хорош. Что я забыл делать надо? Все, ставим на рычаг. Хорошо. Вот если на максимум пилить в предотказ, то, конечно, хорошо чувствуется. Вот эти все поездки к Андрею Смаеву, они закалили. Он же пилит вообще как чудовище. Я к нему первый раз поехал, просто свалился. Он даже не знал, что я приезжаю. Было 35, пошли на спортплощадку, 1.5 часа в режиме нон-стоп, как машина. Я выдержал. Замерили лактат и все прочее. Он мне говорит, ну что, Вадим, завтра готовы? Завтра было 34, еще 2 часа. И, конечно, это дает уверенность такую. А потом я к нему начал ездить постоянно. А потом Саня со своей такой философской распальцовкой тоже 3 раза к Сане. И это закаляет. Я специально и к тебе приехал, чтобы просто вы как 2 самых таких крутых, я уже даже не знаю, к кому поехать. Я думаю, мне вас хватит чередовать. Это, конечно, дает уверенности, плюс техника, разные упражнения. И закаляет ментально, дух закаляет. Еще знаешь, чем вот какой кайф, друзья? Вот когда не просто, допустим, Андрей бы ходил и показывал бы мне какие-то упражнения, ну и следил за выполнением, как тренер. А весь кайф в том, что ты тренируешься вместе с ним, делаешь одни и те же упражнения. То есть ты это все прочувствуешь, и это очень здорово. Сначала он сделал, потом это же упражнение ты. Это вот в этом весь кайф и есть. И с Сашей то же самое было.
Ну, Александр, конечно, у него опыт гораздо больше, чем у меня, и он такой выходец. Еще старый, и старой школы, да. И тогда у них, конечно, немножко по-другому было все. Сейчас у нас изобилие информации, как и в интернете, так и вообще в целом бодибилдинг, он не стоит на месте, развивается. И в этом плане как-то нам, молодому поколению, проще. Но у нас немножко нет такой вот как раз, как он и отличается тем, что он такой, знаете, углубляется в каждую деталь по-философски. Ну, своя харизма у него есть, он этим притягивает. И как бы это мотивирует. И ты как бы такой после тренировки такой преисполненный выходишь. Немножечко, да, то есть такой какой-то эмоциональный разгруз по плечу уходит, ты такой себя расслабленным чувствуешь. И вот когда мы ездили, так Саша подтвердит, и мы вместе с женой ездили. Угу. Вот, я, то есть, получил колоссальные эмоции. Я еще, не, наверное, месяца два назад не мог поверить, что, не мог себя представить, точнее, мог, но не думал, что так быстро случится, что раз я на Олимпию поеду. Я ставил себе эту цель 5 лет, ну, чтобы побыть на Олимпии, ну, то есть квалифицироваться туда. А по факту, то есть с Андреем Луценко, Джоби Ченнел, к нам он приезжал сюда. Да, Андрей, молодец вообще, Андрей. Я ему сказал. Молодец. Я просто не побоялся на публику сказать, что у меня вот такие дедлайны, сроки. Угу. 5 лет на квалификацию и 5 лет на то, чтобы зайти в топ. Зайти в топ – это задача минимум, максимум. Конечно же, ну, как и любой другой бодибилдер, спортсмен мечтает выиграть. Конечно, у меня цель номер один – это стать мистер Олимпия. Вот, но задача как минимум выиграть. Я не думал, что так все быстро случится. И вот за эти 2 месяца, конечно, кардинально все, вообще все поменялось в жизни. Как и сфера деятельности, которой я сейчас занимаюсь. У меня сейчас развиваю свой личный бренд, свои продукты. В процессе буду запускать, окружил себя командой. То есть у меня прям целый штат ребят, которые занимаются своими обязанностями. Вот. И то есть из этого я хочу не просто там, вот Олимпия и все, и на этом все закончить. Ну, то есть я гораздо масштабнее все это хочу реализовать, монетизировать это все, потому что, ну, по факту, конечно же, и не каждому удается и попасть туда. И как минимум, точнее, вообще что-то там занять. Ну да, тем более сейчас время такое непростое. Очень круто, что в нашей стране спорт, ну, спортивное движение есть, и есть возможность таким ребятам, как Андрей, тренироваться и поехать еще на Олимпию. Это, конечно, очень круто. Это здорово просто. Все, работаем дальше. Поехали. Знаешь, у них очень правильная подошва. Да. Вот это самое главное. И вот я сейчас только понял. Да. Приседать хорошо. Приседать, румынская тяга. Жаль, это... да. Ровная подошва и жесткая. Так что, ребята, трениться нужно в правильных кедах и в правильной обуви. Да, если приезжаете ко мне на сборы, если вы не в Джорданах, да, даже значит, не приезжаете. Да, да. Андрей сразу сказал, когда меня увидел, я переодевался, о, сразу видно, человек в теме. Молодец, baby. Класс. Не забываем колени. Не выпрямлять, да? Да, амплитуда побольше, но колени не выпрямляем. Вот, вот. Не торопимся. Техника, техника, техника. Хорошо. Вот так и продолжаем. Без рывков, чисто мышцами. Так, хорошо, вот. Так, это уже короткий. Все, хорош. Ну, немножко закачать их. Я забыл, что делать опять. Рычаг. Все, все отлично.
Так, все, сейчас здесь закончили, переходим на выпады. О, выпады. Представьте, с нырками будут. Такое специфичное упражнение. Пока да. Ух ты. О. Первый раз вообще такое упражнение не вижу. Ни хрена себе. Задняя поверхность бедра. Ягодицы. Пресс частично, прямая тоже, и спина, спина длинная, ну ты даешь. Сейчас мы вам полегче дадим, бодибар возьмем, чтобы держаться. Сейчас сделаем то же самое, только вы держите за бодибар, наклоняйтесь вперед и за счет мышц задней сокращаете, как будто сгибание делаете, обратное сгибание. Так. Так, да? Плотно голеностоп стопы держится под валиками. Плотно. Нету зазора. Здесь тоже, чтобы очень плотно было, чтобы так. Они не гуляли. Так. Держимся за бодибар. Сейчас, подожди, я попробую сначала так. Не-не-не, лучше не рискуйте. Попробую, хрен с ним. Куда наклоняться? Вперед. Вперед, вперед, надо просто наклоняться вперед. Стоп, я пойму, не бойся. Я придерживаюсь еще. Вот, либо наклоны делаем, да. Вперед, 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 вперед. Еще, еще, еще. Опускайтесь, опускайтесь. Во, во, во. Все, сам. Во, пошло дело. Наклоняйтесь вперед, не бойтесь. Я вас держу, если что, подниму. Бля, хомуха. О! 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 Все, 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 все. Держимся, держимся. Ни хрена себе. Ну, почти. Сейчас немножко покажу, как это делается. Правильно, вы делали просто наклоны, а надо прямо опускаться. Носом? Да. Ну, вот смотрите, вы вот так вот делали. Вот. Раз, ну, два. Да, да. Тут тоже работает бицепс, но больше поясница. А я делаю вот так вот, то есть наклоняюсь. Ну, у меня такой растяжки задней поверхности нет. У меня вообще нет растяжки, я не тяну ничего. Из-за дисплазии этой. Точнее, из-за коксоартроза. Это моя Алла бы, наверное, сделала бы это. И растяжка офигительная. Тут даже дело не в растяжке, а в мобильности тазобедренного и, ну, да, силе связках. И это тоже. О! Нагрузка, конечно, на тазобедренные, бедный мой, не слабая. Это для меня самые два тяжелых упражнения из-за тугоподвижности и болезненности. Я бы их ни за что бы не включал. Выпады? Ну, вообще вот это бы не включал бы в свой трен по ногам, потому что завтра суставы будут точно болеть. Давайте, но не будем делать. А уже поздняк. Метаться уже все. Уже если я иду, уже все. Уже до конца. Нет, смотрите, нам, опять же говорю, нам надо не убиться, нам надо эффективную тренировку сделать, чтобы болело то, что нужно. А не суставы. У вас все-таки ведь вам не как мне 25 лет, поэтому. Мне? Ну, на 5 лет старше всего. Вы этот. Максималист. Да. В душе вы на 25. Ну да.
Слушай, я возраст практически, ну не практически, я его не чувствую. Просто иногда напоминает какие-нибудь орки, которые пишут там «дед», завязывают тренироваться там. Ну да, слово «дед» меня приводит в бешенство. Потому что я знаю, что если этот орк придет ко мне на тренировку, он даже одну треть не сделает с той интенсивностью, что делаю я. Давайте с бодибаром. Не, давай так. Нет, это вы... Нагрузка не пойдет. В смысле, нагрузка будет ложиться больше на поясницу, чем на бицепс. Ну поэтому давай. Берете так. И наклоняйтесь вперед, падаете вперед, просто на бодибар придерживайтесь. Во-во-во-во-во-во, ну, еще. Так, а что, так вообще ни о чем? Да потому что вы не наклоняетесь нормально, надо прямо темечком в пол. Вот, вот, и падаете вниз. Вот, а сейчас за счет бицепса бедра поднимаетесь обратно. Во-во-во, наклоняйтесь, во-во. Да это легко, Андрюш. Да что легко-то, вы просто еще не до конца сделали. Ну надо, может, отодвинуть эту штуку. Давайте сюда. Вот, сейчас наклоняйтесь. А вперед. Вниз туда надо, подальше или как? Вам нужно корпус наклонить, темечком вниз, во. И сейчас поднимаетесь обратно, во. Еще вниз, во. Только руки повыше поставьте. Во. И еще. Вниз. Раз. Кого? Корпус вниз. Должен наклоняться вперед, наклоны делать. Во, падайте еще. Так они, и потом руками отталкиваются. Не падается. Так руками или ногами? Руки нужно, чтобы просто придерживать. Ага. Чтобы не упасть. Во. И сейчас вперед. Бицепс бедра растягиваете и сокращаете. Угу. Усилие. Когда вы делаете усилия на подъем. О, сейчас почувствовал. Во. О. Во. Хорошо. О, аж тут свело. Вот смотри. Все, не отвлекайтесь, давайте. Посмотри. Желвак какой, видишь, сводит. Угу. Работа. Ну, бля, сводит как. Нужно, чтобы корпус вперед уходил. О. Вот. О. Вот, хорошо. Еще. О, вот другое дело. Еще раз. Хорошо. Еще раз и все. О, а то уже кровь налилось. Внутричерепное давление. Все, сейчас плотненько сложим. О, ну да, круто. Круто то, что ты в 26 лет и все нашел так. И что у тебя есть такая возможность. Это, конечно, потрясающая вещь. Никто, а от нас кто с России, все ведь? Ну, я самый молодой про в России. Ну, не элит про, ну, значит, понятно. Такой элит про. Альтернативная федерация наша русская, IFBB. Это вообще, ну, как бы демо-версия считается. Там Олимпии нет. А так у нас есть перспективный про в России. Вся прелесть Nike Jordan. Не заваливаются ноги на обычных кроссах. Обычно влево-вправо начинает бедро ходить. Особенно в беговых. А здесь плотно. Еще вниз. Во. Сейчас. Таз. Ниже наклоняем таз. Вот. Отлично. Приноровиться надо. Oh.
Вот что должно работать. Ниже. И выталкиваем за счет бицепса бедра. Хорошо, еще раз. Хорош, достаточно. Держимся. Нормально? О. Круто. Тоже терпеть это не могу упражнение из-за растяжки. Ненавижу его. Так, тоже суперсет. Разведение, а потом сведение. Сколько? 15 тоже? Да. Абдукторы слабые. С абдукторами. Вес надо меньше. О! 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 Хорошо. Да? Ну да. Угу. Растяжки-то нет совсем. О! О! Я даже на лошади не могу скакать. Угу. Из-за этого. Не могу ее обхватить. О! О! Ой, ой, а как тебя снимать-то? Сейчас также руками зажимаете и одну ногу убираете. Ой, вот так вот сжимаете, ага. Одну ногу убираете, руками сдавливаете, держите. Угу. Вам надо заменить. Давайте заменим. Чего? Не-не. Так а что смысл не полная амплитуда? А какая она будет полная? Пусть... Хоть немножко. Нет, начнет растягиваться. Плие, присед, вот такое сделаем. Тут хотя бы не надо сильно раздвигать забедренный сустав. Сейчас заменим. Просто в такую маленькую амплитуду это неэффективно, да. Надо же тут, у вас же индивидуально все, видите, если бы не было таких проблем, вы бы делали. А тут как бы надо просто под вас подстраивать тренировочный процесс. Смотрите, видите, как я поддержу? Раз, два. Угу. Все. Так, давайте в вашем случае. Сейчас немножко поменяем. Просто видите, тут везде работают тазобедренные суставы. Нам, чтобы малую ягодичную проработать, все равно надо отводить таз в сторону. А вот он у вас не очень мобильный. Поэтому давайте просто сделаем плиешку, задействуем приводящие мышцы бедра. Сейчас возьмем гантель, широкая постановка ног и раз. Корпус прямо, не наклоняемся вперед. Во. Колени вперед не выносим. Таз назад сильнее отводим. Вот. Корпус вперед не наклоняем. Вот. Хорошо. Еще два раза. Хорошо. Хватит.
вот-вот-вот хорошо. Еще чуть-чуть по возможности. Чуть-чуть ниже? Да-да-да, по возможности. Еще ниже. Вот, еще пониже. Вот, хорошо. Вот, спину прямо держим. Таз назад, колени не выносим, корпус вперед, подбородок вверх. Грудное дело не скручиваем. Мышцы сводят уже грудные. Все. Вы немножко начинаете сутулиться. Попробуйте плечи назад чуть-чуть, лопатки подсвести, чтобы спина прямая была. У меня все, пойдемте у вас сейчас. Таз назад максимально. Колени не выносим. Корпус вперед не наклоняем сильно. Вот. Все отлично. Часа 19 минут. Скажи мне, а что мне сейчас поесть? Вот что бы ты порекомендовал? Ну, сложные углеводы, мясо, говядина, рыба, куриное филе, ну, плюс сложные углеводы, что там, горячие, макароны. Ну, типа макароны, риса, да? Рис, да, ну и как бы животный жир, как бы из, там, допустим, говядины, из рыбы. Вот, ну, это стандартный такой полноценный прием пищи. Он должен быть как и до тренировки, так и после. Полноценный, то есть по белкам, жирам, углеводам. Сбалансирован. И, ребята, картошка исключена, правильно? Почему? Нет? Картошка, как бы, все очень индивидуально. Ты ешь картошку? Да. И даже на сушке. Я тоже очень люблю, все хотел у Андрея спросить, картошку можно или нет? Почему? А молочка как? Ну, я нейтрально отношусь, я сам ее не ем, потому что она меня не усваивается. Заливает? Нет, не заливает, она мне не усваивается. Угу. То есть у тебя мясо, рыба, ну, то есть длинные углеводы, да, в основном. Рис. Да. А гречка там, вот эти штучки. Да, тоже бывает. Овсянка бывает. Тоже? Тоже. Угу. У меня прям все очень стандартно. А ты картошку пюре или отварную? Отварную. Отварную, кругли, да. Круглички эти. Да. Угу. А, кстати, интересный момент. У Сани спрашивают. Саш, у тебя судороги бывает? Нет, говорит, я много соли. А ты как на соль? Ну, добавляю не в каждый прием пищи, а... Перед готовкой. Там жена уже готовит, она добавляет. Но, слушайте, я конкретно не считаю. То есть кто-то очень сильно заморачивается солью. Возможно, и это правильно, но я никогда сильного ей внимания не уделял. Наверное, только ближе к турниру, на этапе подводки, я начинаю с этим заморачиваться. А так глобально на протяжении всей сушки. Ну, я просто солю, чтобы чувствовалось, что соль есть. Но глобально, то есть там не пересаливаю, еще что-то. А чай, кофе? Тоже пью, да. Кофе, ну, капучино или такое? Эспрессо? Кофе вообще, то есть с растительным молоком, там не молоко овсяное, либо миндальное, кокосовое добавляю. И с сахарозаменителем, с сахаром сейчас на пересушке я исключаю. Вот, ну и, собственно, фрукты только ем. Один банан или одно яблоко. Добавляю ягоды в овсянку. Все. Понял. А какой у тебя сейчас колораж? Под пятерку? 3500, 3700. На сушке. А, у тебя сушка. Да. А если набор? Ну, 5 и выше. 5 и выше.
Понятно. Ну, то есть, вот меня сейчас даже, опять же, задают вопросы в телеграм-канале. Типа, а почему ты добавляешь там какие-то препараты для стимуляции аппетита? Типа, ты же выходишь на дефиците, ты должен меньше есть. А типа, а ты себе типа стараешься аппетит поднять. Ну, знаете, по-правильному нельзя же, то есть с профицита калорий резко улизаться. То есть все равно ты же плавно в течение всего межсезонья, когда набираешь массу, ты доходишь до максимальной калорийности, до максимального количества белков, жиров, углеводов, так, чтобы у тебя это усваивалось и, ну, как бы ты глобально сильно жир не набирал. То есть найти вот эту вот, вот эту золотую середину, чтобы ты набирал и сильно не заливался, чем не надо. То есть, чтобы тебя не закидывало лишним этим, ну, вы поняли, да? Вот, соответственно, потом же ты должен с этой же калорийности плавно вылезаться, а не так, чтобы, знаете, вот дошел до максимальной, резко врубил и все. И вот поэтому, а в течение межсезонья, то есть ЖКТ устает, ты морально устаешь, штука много есть, еще плюс жара тоже сказывается, тоже аппетита нет. И вот ты просто на сушке даже стараешься это количество набрать. Вот для этого, то есть, и применяется какая-то стимуляция для аппетита, а потом уже ближе к соревнованиям уже все равно голод он уже становится ощутимый. Вот тогда там уже ничего не применяешь. Ну, я просто сказал это к тому, что как грамотно выходить на дефицит, так и, например, с дефицита на профицит тоже с минимальной калорийностью постепенно прибавляешь, а не так, чтобы ты во все тяжкие упустился. Ну, конечно, там пару дней после соревнования это всем, у всех, наверное, так, что... Туртики тоже закидываешь? Ну, бывает. Не, ну, на не, сладкое тянет? Не, вот, или спокойно? Ну, наверное, только когда очень давно не ем. А когда в течение межсезонья у меня присутствует быстрый углевод, я не так прям фанатично. Но алкоголь у тебя полностью исключен? Очень редко бывает. Ну вот что? Ну, пиво, вино? Шампанское. Ну и пиво. Ну, а на очень... пиво тянет? Саня говорит, что иногда тянет, что тянет, там дрожжи, видимо. Тянет, но вот не на алкогольное. Не алкогольное. Ну то есть, если прям очень сильно захочется пива, то я возьму безалкогольный балчик. Понял. Федоров, мы тебя любим. Сейчас пошли лактат мерить. Погнали. О, кровь какая классная. 2 часа 26 минут. Пульсовая зона 115-156. Средняя 115, максимальная 156. 7,7. Отлично. Сколько омега пьешь? 3500. 4,0. Нихрена себе. Друзья, по-олимпийски потренировались сегодня, 2 часа там, по-моему, 26 минут. Андрей, громадное спасибо. Я очень так, я, знаешь, счастлив. Не знаю, как можно мужику говорить счастлив, но вот я счастлив, что сегодня потренировался, потому что я уже говорил, что у меня от этих тренов зашкаливает дофамин в конце тренировки еще выше, чем в начале. И очень круто. Силовые и аэробные нагрузки нужны. Силовые особенно нужны с возрастом для борьбы с саркопенией и остеопорозом, причем как мужчинам, так и женщинам. Аэробные, конечно, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему. И еще, ребята, не обязательно гнаться за большими мышцами. Большие мышцы – это удел там, профессиональных бодибилдеров. Нужно просто выглядеть красиво и эстетично. И я думаю, что это... Это полезно и да, для конечно, жизни, здоровья. И для здоровья. Вы поймите, что обычному человеку не нужна большая гипертрофия. Организм, как только вы прекратите силовые тренировки и питание, которое будет питать ваши мышцы, он начнет их сбрасывать. То есть это лишний балласт. Мышцы нужны человеку для того, чтобы поддерживать скелет и, собственно, выполнять какие-то физические нагрузки. Огромная гипертрофия, она не нужна, и она, собственно, дается большим трудом. Она, как, она, так скажем, очень тяжело наращивается и очень легко атрофируется. Ну, поэтому... тренировка титанический такой труд этот, да. Вообще. Вот я понаблюдал за ним, как он все это делает, и, конечно... Да, это, конечно, еще не предел каких-то нагрузок, потому что бывает и на какие-то супервеса выходит, чтобы это приходится делать, чтобы прогрессировать. Вот, но глобально, чтобы поддерживать такую мышечную массу, это, наверное, удел, на ну, мой профессиональный удел, на что я обречен постоянно делать, чтобы не только ее поддерживать, но еще стимулировать и прогрессировать при этом. Поэтому
Занимайтесь для себя, для здоровья. Если вы уже поставили цель заниматься профессионально бодибилдингом, то делайте это под надзором врачей. И желательно ни одного, потому что один специалист, он не может быть во всем хорошим быть специалистом. Поэтому желательно в каждой области там иметь своего специалиста. Ну и, конечно же, тренера, который будет вам помогать с питанием, с тренировками и так далее. То есть профессиональный спорт – это целая команда. Вот. И у нас в России не все могут это себе позволить, и по факту как бы и не все достигают каких-то супер результатов. Команда, дисциплина, и плюс тебя же еще жена поддерживает. Это же очень важно, когда в семье есть такое согласие. Да, ну и, конечно же, генетика – это все очень важно. Есть и уникумы, которые действительно там могут самостоятельно каких-то результатов достигать. Эти моменты никто не отрицает. Просто по факту все глобально убирается в вашу дисциплину. Дисциплину, стремление прогрессировать и любить свое дело нужно искренне. В этом, наверное, самое главное предназначение. Если все эти ваши пункты присутствуют, значит, вы обязательно добьетесь успеха. Но, ребята, еще в заключение, хозяева этого клуба любезно сейчас мне предоставят полностью банный комплекс. Парилка, что там еще входит? Парение, да, термо, бассейн. Так что все окей, всем спасибо. У нас, да, очень крутой сервис в нашем термально-оздоровительном комплексе. И все гости, которые к нам приезжают, а у нас уже было много гостей, и Дмитрий Ишанькин, и мой тренер Александр Филиппов. Ну, вообще, очень много спикеров. Павел Попов приезжал, мой спортивный эндокринолог. И всем мы очень теплый прием оказывали, у нас всегда все оставались довольны, поэтому приезжайте к нам в гости, вот как Вадим приехал из Москвы, что, собственно, мне очень приятно, что специально ко мне выбираются потренироваться со мной из других городов. Это все, на самом деле, очень же приятно, поэтому спасибо еще раз за тренировку. Спасибо тебе, да. У нас еще, да, две тренировки впереди, поэтому не переключайтесь, следите.